오늘 2장 12절에 보면 이런 말씀이 있어요. И если сегодня посмотрим на слово. 예, 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하신다 이런 말입니다. Говорится о том, что есть то, что мы узнали по благодати Божией. 이게 성령께서 이렇게 알게 해 준다라는 거죠. Это говорится о том, что мы узнали по благодати через Библию. 자, 그러면 성령께서 우리에게 알게 해 준 것들이 뭐가 있을까? 우리 한번 성경을 통해서 한번 찾아볼 필요가 있죠. И сейчас у нас есть цель такая, чтобы через Библию ещё раз утвердиться и понять, что мы узнали по благодати. 에베소서 1장 3절로 7절에 보면은 영세전에 창세전에 준비된 것이 있다라고 말하고 있습니다. Если посмотрим в Ефесянам 1 главу 3-7 стих, там написано, что мы были избраны прежде сотворения мира. 창세전에 어떤 일이 있었냐면 하나님이 우리를 택한 것이 창세전에 이루어진 겁니다. Это говорится о том, что мы были избраны прежде того, что прежде чем мир был сотворен. 그리고 우리를 예정해서 하나님의 아들들이 되게 했다라고 나옵니다. И то, что он предопределил нам стать, значит, сынами Божьими. 그리고 우리에게 죄 사함을 그때 이미 준비하셨다라는 겁니다. И что он уже тогда подготовил, значит, сына своего, чтобы мы имели искупление через кровь. 또 로마서 3장 24절에도 이런 말씀이 있어요. И в Римлянам 3:24 тоже есть такое слово. 이제 은혜로 우리에게 준 건데요. Что мы оправданы даром. 하나님의 은혜로 말미암아 우리는 의롭다 하심을 입었다 이렇게 나옵니다. Что мы оправданы даром по благодати. Вот так написано в Римлянам. 그러니까 하나님이 은혜로 준 것들이 뭐냐면 우리를 택한 것이고 또 우리를 의롭다고 한 것이다. То есть это говорится о том, что мы теперь не под законом, но под благодатью. 로마서 6장 14절에서도 은혜로 준 것들을 말하고 있어요. И в Римлянам 6:14 говорится о грехе. 너희가 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 안에 있기 때문이다. 이렇게 나와요. Говорится так: грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. 그러니까 죄로부터 해방된 것이 은혜라고 하는 거예요. Говорится о том, что вы и уже грех не имеет над вами власти, и вы уже под благодатью. 그래서 우리가 이제 율법에 따라서 우리가 판단받는 게 아니고 은혜로 우리가 하나님한테 죄를 용서받은 것이다. 이렇게. И получается, мы получили прощение грехов не законным путём, а именно благодатью. 그리고 로마서 15장 16절에도 은혜로 받은 것을 또 얘기하고 있어요. И в Римлянам 15:16 говорится также о благодати. 사도 바울은 말하길 난 은혜로 이방의 사도가 되었다 이렇게 얘기 나와요. Там говорится, что дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было принято Богу. Вот так написано. 그러니까 우리가 하나님께 쓰임 받는 것도 사실 은혜로 받는 겁니다. То есть что мы можем священно действовать и благовествовать Богу, это говорится о том, что это по благодати получено. 그러니까 하나님의 은혜가 없으면요, 사실 하나님이 일을 할 수도 없어요, 사실은. Если честно, если бы мы не были по благодати Божией прощены и призваны, то бы не смогли служить Богу. 뭐 건강이 조금 무너져도 그렇고. 경제가 아예 없어도 그렇고 사실 할 수가 없잖아요. Вот если бы мы были разбиты финансово и разбиты по жизненному какому-то доказательству вещи, то мы бы не смогли служить Богу. 그래서 사실 우리가 지금 지금 여기 있는 것 자체가 다 하나님의 은혜로 있는 것이다. И поэтому сейчас то, что мы здесь с вами на этом месте можем служить Богу, это есть благодать Божья. 자, 그런데 이거를 이제 사도 바울은 뭐라고 얘기냐면 이거는 창세전부터 준비된 하나님의 은혜였다 이런 얘기죠. И вот Павел он говорил так, что это было предопределено ещё до сотворения мира. 자, 그래서 우리는 처음부터 하나님의 은혜로 시작된 사람인 줄로 믿습니다. И поэтому я верю, что мы с вами люди, которые получили уже благодать до сотворения мира. 자, 그러면서 오늘 본문에 무슨 얘기를 하냐면 우리가 반드시 하나님의 비밀을 알아야 된다 이런 얘기를 하고 있어요. И сегодня в основной части говорится о том, какие тайны должен знать верующий человек. 자, 성도들이 알아야 할 하나님이 주신 비밀이 있어요. И есть, значит, тайна, которые должны знать верующие. 그래서 오늘 이제 고린도전서 2장 1절로 5절에는 뭐냐면 하나님의 능력으로 주어진 믿음이 비밀이라는 겁니다. И вот в сегодняшнем слове 1 Коринфянам 2:1-5 там говорится о вере, данной силой Божьей. 자, 우리가 믿음을 가졌다라는 것 자체는요. 이건 비밀을 알게 된 거예요. И на самом деле то, что я имею веру, это и есть тайна. 원래 굉장히 중요한 거는 비밀로 합니다.
Вообще на самом деле все самое важное держится всегда в тайне. 자, 그래서 하나님이 우리에게 누구나 알 수 있는 건 아니에요. 그래서 믿음은 굉장히 선택적입니다. На самом деле сейчас вера в Бога это и есть такой выбор. 그 성경에도 나오잖아요. 믿음은 모든 자의 것이 아니라는 거예요. И в Библии написано, что вера дана не каждому. 그러니까 모든 사람이 같은 믿음을 갖지 않아요. И каждый из нас человек не имеет одинаковой веры. 그러니까 자매가 둘이 같이 맷돌을 돌다가도 한 자매는 믿음으로 천국에 가고 한 자매는 천국에 못 갈 수도 있다라는 거예요. То есть вот если две сестры, которые одна верит и делает, а другая не верует. 그러니까 이 믿음이라는 것은 가족이라서 다 같이 공유하는 건 또 사실 아닙니다. И вот, например, даже в семье, если верующие есть, то у всех разная вера. 자, 그래서 과연 이 믿음은 그럼 어떻게 내게 주어졌을까 하는 거죠? И на самом деле мы должны опять сегодня понять, как эта вера создается. 첫째로 믿음은 성령의 나타나심으로 갖게 된 겁니다. Первое, эта вера приходит от проявления силы Святого Духа. 자, 오늘 그 4절에 보니까 성령의 나타나심의 능력으로 우리는 믿음을 갖게 된 거라는 거예요. Если мы посмотрим в сегодняшнем слове в 4 стихе, там говорится, что вера приходит через проявление Святого Духа. 그러니까 사람이 똑똑하거나 노력을 해서 믿음을 갖는 게 아닙니다. На самом деле, какой бы человек ни был умный или проявленный, он никогда не получит веру без благодати. 그러니까 아주 머리 명석한 사람들이 있고 또 아주 공부 많이 한 사람인데 이렇다고 믿음 갖는 건 아니에요. И какой бы человек ни был просветленный, он не сможет поверовать сам по своему желанию. 그러니까 사도 바울이 이런 얘기를 해요. 4절에서 내가 말을 잘했거나 설득력을 잘해 가지고 너희들이 믿음을 가진 건 아니다. И вот если мы посмотрим на Павла, вера Павла проистекала не из его способности хорошо говорить или убедительно проповедовать. 그러니까 누가 여러분에게 막 설득을 잘하고 막 말을 잘해서 믿음을 가졌냐? 그게 아니라는 거예요. И вот да, и в сегодняшнее время точно так же, какой бы человек ни был убедительно говорящий, это не есть вера. 성령께서 믿음을 갖게 했다라는 겁니다. Почему? Потому что в Библии написано, что только от проявления и силы Святого Духа приходит вера. 근데 이거는 성경에 일관돼요. 고린도전서 12장 3절에도 이런 말씀이 있어요. И если мы посмотрим опять в Писании, 1 Коринфянам 12:3. 성령으로 아니하고는 누구도 예수를 주라고 시인할 수 없다. там написано, что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 그리고 에베소서 2장 8절에도 이렇게 말씀하고 있어요. 에베소서 2:8 написано так. 너희가 그의 은혜로 말미암아 믿음으로 말미암아 구원을 얻었다. Написано: ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. 그러니까 하나님께서 역사해서 내가 믿음을 갈게 된 것이다. И это говорится о том, что Бог именно Бог ведет для того, чтобы вера она проявилась в нас. 그래서 여러분이 내가 믿음을 가졌다는 것 자체가 성령의 역사를 체험했다는 것이고 은혜를 입은 자라는 겁니다. И поэтому для нас с вами это то, что Бог своей силой и своим водительством через Духа Святого дал нам веру, и поэтому по благодати я сейчас верю. 그러니까 여러분이 꼭 아셔야 돼요. 아, 내가 하나님 은혜를 입은 자가 맞나 아니냐 할 때 기준은 뭐냐면 믿음이 있는가 없는가요. И если нам надо с вами запомнить о том, что вера она дается по благодати, и одно условие это благодать Божия. 사람이 아무리 인격이 고상하고 훌륭해도요, 믿음이 없으면 은혜를 입지 못한 거예요. И на самом деле, какой бы человек усердно не ходил в церковь, усердно бы не жил, но если у него нет веры по благодати, он ничего не сможет в этой жизни. 사람이 아무리 성공하고 큰 재물과 명예를 갖고 수많은 사람의 존경을 얻어도요, 믿음이 없다. 하나님의 은혜를 입지 못한 겁니다. И если человек, который много учится, много читает, много что-то делает такого умного, то не веря, он не получит благодать. 여러분 누구를 가장 부러워하나요? Вот есть те люди вокруг вас, которому вы сильно завидуете. 믿음이 깊은 사람을 부러워해야 되는데 성도들도요. 돈 많은 사람, 성공한 사람 뭔가 사람들한테 인정만 이런 사람을 많이 부러워하거든요. И на самом деле нам нужно завидовать человеку, у которого сильная вера, но мы завидуем людям, у которых много денег или кто добился большого успеха. 정말 우리가 본받을 사람은 믿음이 좋은 사람이에요. На самом деле нам нужно понять, что успешный человек тот, кто имеет большую веру. 자, 고린도후서 13장 5절에 이런 말씀이 있어요. И в Коринфянам так говорится. 너희는 믿음 안에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라.
Там говорится о том, что испытывайте самих себя в вере и исследуйте. Если вы не знаете себя, что тогда Иисус Христос вас, так написано. 여러분, 내가 한번 점검해 봐야 돼요. 내가 정말 믿음 안에 있는 사람인가? 점검해 보라. Поэтому мы должны, как в Библии написано, говорится, испытывайте самих себя, то есть проверяйте свою веру. 그 다음이 더 충격적이에요. 뭐냐면 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하면 그렇다면 너희는 버림받은 자라. И говорится о том, что если вы не испытываете себя и веру в себя, то вы не знаете, что Иисус Христос и что Иисус Христос есть в вас. 아무리 세상에서 똑똑하고 성공하고 돈을 많이 가져서도 나는 예수가 그리스도라고 믿어지지가 않아라고 하면 그 사람은 하나님께로부터 버림받은 자라. И на самом деле люди, которые вроде бы много зарабатывают, хорошо ведут успешную жизнь, но если они не верят в Иисуса, не верят, то получается они просто как мусор. 이거는요 영적인 내용입니다. 그래서 영적인 것으로만 이거 판단할 수가 있는 거예요. И поэтому нам нельзя это измерять какими-то плотскими глазами, но обязательно смотреть через духовную призму. 그 여러분 만약에 내가 아, 난 예수가 그리스도라고 믿어져 그러면 하나님의 은혜를 입은 자입니다. Но если мы сейчас проверим свою веру и действительно поймем, что мы верим в Иисуса Христа, тогда мы те люди, которые ходим по благодати. 그 사람을 요한복음 1장 12절에서는요 하나님의 자녀가 되었다라고 얘기합니다. И вот в Иоанна тоже написано о том, что такие люди стали детьми Божьими. 여러분이 예수가 그리스도를 믿어지잖아요. 그럼 하나님의 자녀인 거예요. Поэтому, как и говорится в Библии, если мы с вами верим в Иисуса Христа, то мы становимся детьми Божьими. 하나님의 자녀라는 것은 어마어마한 거 아닙니까 신분이? И на самом деле это очень великая вещь, когда мы становимся детьми Божьими. 세상에 모든 돈을 갖다 주어도 이 자녀의 신분을 얻을 수는 없어요. Какие бы мы ни имели деньги большие, как бы мы ни захотели заиметь это звание, но мы не сможем заиметь его без благодати Божьей. 그러니까 믿음이 이토록 중요한 겁니다. Поэтому вера есть тот уровень, на который мы должны ориентироваться. 그래서 베드로전서 1장 9절에는 뭐라고 하냐면 믿음이 곧 영원 구원을 받음이니라 이렇게 나왔어요. И в 1 Петра говорится о том, что это именно вера это то, что измеряется. 그러니까 영원 구원을 받느냐 안 받느냐의 기준이 뭐냐? 믿음이라는 거예요. И то, что получил человек спасение или не получил спасение, это тоже измеряется вере. 근데 그 믿음의 내용이 뭐냐면 예수가 그리스도라는 것이 믿어지는가? И вера что это? Вера это то, что мы верим, что Иисус есть Христос. 성경은 엄밀하게 말하면요, 이 믿음을 가진 자와 믿음을 갖지 않은 자의 기록이에요. И вот в Библии есть, значит, много вещей о том, что кто у кого есть вера и у кого нет веры. 그러니까 믿음의 사람 하면 그들은 하나님께 축복받은 자요, 하나님께 선택받은 자요. 믿음이 없는 자는 아무리 게 왕이라 하더라도 그는 버림받은 자예요. И вот в Библии говорится о том, что человек, который имеет веру, он всегда выбран Богом, всегда ходит под благодати Божьей, а человек, который не выбран, не верит в Бога, то он какой бы ни был великий царем, он все равно ходит не по благодати. 사울왕의 인생은요, 하나님 믿음을 가졌을 때와 믿음을 버렸을 때의 인생인 겁니다. И вот есть Саул, который, например, был без веры и с верой. 아브라함을 우리가 믿음의 조상이라고 하잖아요. 그 이유는 아브라함이 다른 게 아니에요. 돈을 많이 벌고 성공하겠다가 아니라 믿음을 가졌다라는 거예요. И вот Авраам тоже в Библии очень много о нем написано. И этот человек, который действительно по верою, по благодати жил. 무슨 믿음이죠? Какая вера? 요한복음 8장 56절에 얘기하고 있어요. Иоанна 8:56 так говорится. 너희 조상 아브라함도 나 예수 그리스도가 예수 그리스도에서 알고 있었다라는 거예요. Говорится о том, что отец твой Авраам рад был увидеть меня кого? Иисуса Христа. 제가 그 금요일 날인가 설명 드렸나요? 아브라함이 아비멜렉이라고 하는 그 제사장의 11조 드린 거 있잖아요. И вот я говорил вам в пятницу слово. Мельгиседе, Америка, Мельгиседе, ганте 11조 드린 그 이야기 했잖아요. Что был, значит, в Библии такая вещь, когда Авраам должен был десятую часть царю отнести. 그 멜기세덱이 그리스도를 나타내고 있는 겁니다. И вот именно вот эта вот десятая часть была предназначена Иисусу. 그러니까 아브라함이 그 그리스도에 대해서 알고 있었다 이런 말. И это есть то свидетельство, говорящее о том, что Авраам знал, что Иисус есть Христос. 자, 모세도 사실은 모세가 위대한 이유는 다른 게 아닙니다. 모세도
그리스도를 알고 있었다라는 거예요. 예, давайте посмотрим на Моисея, и Моисей тоже знал тайну Иисуса Христа. 그래서 누가복음 24장 44절에 뭐라고 나오죠? И в Луки 24:44 написано. 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 이렇게 말해요. Написано, и сказал ему, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и пророках. 모세오경을 한마디로 말하라고 하면요, 그리스도를 설명하는 겁니다. То есть, если мы это одним словом скажем, то это говорится о том, что Моисей знал о Иисусе Христе. 창세기 3장 15절 누가 썼죠? 모세가 썼어요. Если в Бытие 3:15 тоже написано, чьи это слова? Слова Моисея. 출애굽기의 피제사 누가 썼죠? 모세가 쓴 거예요. И также говорится о том, что Моисей знал, что Иисус придет. 노뱀을 장대에 매달린 노뱀을 보면 그 모든 죽어가는 자들이 살릴 거라 그걸 기록한 것이 모세예요. И все, что касалось пришествия Иисуса Христа и спасения человечества через Иисуса Христа, Моисей знал. 이 비밀을 아는 모세와 그걸 알지 못했던 바로와 그 시대의 사람들 이야기입니다. 이 там в Библии говорится о том Моисее, который знал обо всём этом тайне, и те люди, которые не знали этой тайны. 그래서 우리가 하나님의 능력으로 하나님의 은혜로 이 믿음을 갖게 됐다라는 겁니다. И поэтому мы с вами сейчас имеем веру, которая дана нам благодатью Божией. 근데 이게 비밀이란 말이에요. Но это и есть великая тайна. 그러니까 여러분이 이 비밀을 얘기했을 때 사람들이 못 알아듣는 것이 대부분 사람이 못 알아듣는 게 맞는 얘기입니다. 이 на самом деле, когда мы начинаем делиться вот этой тайной о вере, многие люди вокруг нас не понимают этого. 모두가 다 아는 건 비밀이 아니에요. Почему? Потому что если бы все знали об этом, это бы уже не была тайна. 그러니까 여러분이 예수가 그리스도라 이 말하면은 비웃는 사람도 있고 또 뭐 우리를 갖다가 모욕하는 사람도 있고 그럴 수 있습니다. 당연한 겁니다, 그게. И если честно, люди, которые не принимают эти слова, которые смеются над нами, это и есть совершенно естественные вещи. 그래서 지금 하나님이 내게 주신 이 성령의 능력으로 하나님의 능력으로 갖게 된 믿음을 가진 것에 대해서 여러분이 정말로 기쁘게 생각하고 감사하게 생각하고 날마다 이것을 놓고 여러분이 깊은 누림이 있기를 주 이름으로 축원합니다. Я благословляю вас, чтобы каждый из вас мог с радостным сердцем и с благодарностью принимать то, что Бог дал вам по благодати. 그래서 오늘 5절에 이렇게 나오잖아요. И в пятом стихе написано так. 너희의 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라. Написано, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. 여러분이 믿음을 가졌다는 것은 최고의 비밀을 소유한 겁니다. Говорится о том, что если вы познаете эту тайну веры, вы получите познание Божье. 자, 두 번째는 고린도전서 2장 6절로 8절에요. 은밀한 가운데 감춰졌던 복음이다라고 하는 게 있습니다. И также написано в Коринфянам о том, что дана нам вера по благодати, что мы получили благословение. 자, 이 믿음의 내용에 관한 얘기거든요. Говорится о том, что мы получили благословение. 7절 보니까 오직 은밀한 가운데 있는 하나님의 지혜를 말하는 것이다 이렇게 나와요. И также написано, что в 7 стихе, но проповедуем премудрость Божию, тайну сокровенную. 근데 이 감추어진 것이 이제 우리에게 나타났다라는 거예요. Говорится о том, что вот это спрятанное, оно теперь перед нами появилось. 근데 재미있는 게 뭐냐? 이 복음은 세상의 통치자들이 거의 한 명도 알지 못했다라는. Но самое интересное, что не все люди могут понять эту тайну. 그리고 8절에 나오잖아요. 이 지혜. 이게 이제 복음에 관한 건데 이건 세상의 통치자들이 한 사람도 알지 못하였다. И также в 8 стихе написано, что никто из властей века сего не познал. 모세가 피제사 얘기했을 때 바로랑 못 알아들었죠. Получается, не понимали вот это Евангелие, сокрытое в тайне. 동방박사가 예수 그리스도를 얘기했을 때 헤로당 못 알아들었어요. Ни царь Ирод, ни Пилат, ни 10 императоров Рима не понимали. 그리고 예수님과 독대했던 총독 빌라도 못 알아들었어요. И прислужник Пилата тоже не понял эту тайну. 세상적으로는 엄청나게 성공한 것 같은데 영적으로는 백지 상태. И вот люди, которые действительно добились каких-то успехов в этом мире, не понимали вот эту единственную тайну. 근데 이 복음은요, 세상의 지식으로 알 수 있는 게 아니라는 거예요. Ну поэтому на самом деле это Евангелие, сокрытое в тайне, не для всех. 그런데 이 비밀이, 이 복음의 비밀이 성도들에게 나타났다라는 거예요. И эта тайна, она открывалась только святым. 여기 보니까요,
7장 마지막 보니까 7절 마지막에 만세전에 미리 정한 건데 이제 나타났다 이렇게 나와요. Вот если мы посмотрим в 7 стихе в последнем, значит, говорится о том, что Бог прежде веков к славе нашей предназначил эту тайну. 골로새서 1장 26절 27절에도 보니까 만세와 만대로부터 감췄던 것인데 그것이 성도들에게 지금 나타났다 이렇게 나와요. Если в Колоссянам 1 главу мы посмотрим, там написано, что тайна сокрытая от веков есть Христос в вас. 근데 이 비밀은 그리스도다 이렇게 나옵니다. И что эта тайна есть Христос. 그러니까 여러분이요. 예수가 그리스도다라고 하는 것은 우리는 하도 들으니까 그런가 보다 하지만 이거는 만대 만세부터 숨겨졌던 것이 사실 지금 특별한 하나님 자녀들에게 드러난 겁니다. На самом деле, то, что мы слышим о Иисусе Христе и верим в это было сокрыто на протяжении веков и поколений. 저는 이게 감춰졌다가 나타났다는 말이 맞아요. На самом деле, что это было сокрыто и было проявлено нам, это действительно правда. 여러분, 창세기 3장 15절에 여자의 후손이란 말을 알아듣는 사람이 많지가 않아요. Если мы посмотрим Деяния в Бытие 3:15, о семя женщины, которая свяжет сатану, не для всех людей это понятные слова. 사단을 결박하는 비밀 여자의 후손. На самом деле это семя женщины, которая свяжет сатану, есть та тайна. 이게 숨겨져 있는 비밀인 겁니다. Это действительно есть та сокрытая тайна. 출애굽기 3장 18절에 보면은 그 400년의 노예를 해방시키는 희생제사. И в исходе 3:18 жертвоприношение, которое через которое вы получите спасение. 여러분, 절대 불가능한 운명을 바꾼 것이 희생제사거든요. То есть на самом деле это всё, это тайна, которая изменит жизнь. 이게 믿어지겠어요? Вот в это вы верите? 이게 비밀인 겁니다. 사람들 몰라요. Это есть та тайна, которую мы имеем, которую другие не понимают. 그래서 모세가 바로왕하고 여러 차례 희생제사 얘기를 했는데 바로왕 절대 끝까지 몰랐어요. И вот когда, значит, ученики Христа они проповедовали об этой тайне, Павел до конца не верил в это. 이사야 7장 14절에 있는 임마누엘이라는 거 이 내용 알겠습니까? И вот Исаия 7:14 там говорится о завете о тайне Иммануила. 왜 임마누엘이 비밀인 줄 아세요? Знаете, почему тайна есть Иммануил? 안 보이는 하나님이 육신을 가진 인간이 함께하는 방법이 그게 이제 임마누엘이거든요. 이건 비밀입니다. На самом деле это тайна, как быть вместе с Богом. Поэтому это действительно та тайна, которая сокрыта. 가끔 불신자들이 이런 질문해요. 하나님 어디 있어? 보여줘. 이런 얘기하거든요. Часто неверующие люди задают такой вопрос: "Ну где Бог? Покажи мне его." 야, 하나님 있다는 거 알려 줘. 이런 얘기를 해요. Покажи мне этого Бога. 그게 비밀입니다. Но это есть тайна. 예수님이 그랬거든요. 나를 본 자는 하나님을 봤다. Почему говорится в Библии о том, что только Бог может видеть Бога? 나를 믿는 자는 하나님을 믿는 것이다. И говорится о том, что только кто верует в меня, может увидеть меня. 제자들은 그랬어요. 나를 그렇게 봤으면서도 하나님 어디 있냐고 자꾸 묻는다는 건 말이 안 되는 거다. 이런 얘기했어요. И поэтому также он говорил о том, что тот, кто постоянно спрашивает: "Покажи мне Бога", и не верует в меня, тот действительно как бы как дурак. 이게 비밀입니다. 여러분이 예수 그리스도를 통해서 하나님과 함께하는 거예요. Поэтому только через Иисуса Христа мы можем пребывать с Богом, и это есть великая тайна. 그래서 처녀가 잉태 아들을 낳으니 그 이름을 임마누엘이라. 이 말은 굉장한 영적 비밀을 담은 얘기입니다. На самом деле то, что Бог послал сына своего, и через него мы можем наслаждаться заветом Иммануила, нахождение вместе с Богом, это есть та тайна, открытая нам. 막 기도를 많이 해가지고 뭘 들었고 환상을 그래서 하나님이 함께하는 게 아니라니까요. Как бы мы ни там сами своими словами не молились, но если мы не получим вот эту вот благодать, вот этот вот путь решения встречи с Богом, мы не сможем наслаждаться. 그거는요, 저기 무속인들도 하고 다른 종교에서도 해요. 뭔가 막 이렇게 열심히 하고 막 몰입해가지고 해가지고 뭔가 체험하려는 거 이렇게 해서 하나님을 만나는 게 아니라니까요. И как бы мы ни ходили, ни приносили вот эти вот всякие служения, не давали бы хорошие дела, мы не сможем встретиться с Богом. 종교인들 100% 알 수 없는 거, 그래서 세상 불신자 100% 알 수 없는 게 뭐냐? 하나님이 함께하는 방법을 몰라요. И люди, которые усердно веруют в какие-то религии, которые усердно приносят богослужения религиозные, они не могут встретиться с Богом, потому что они не знают вот эту тайну встречи с Богом. 근데 더 충격적인 건 성도들도 이걸 몰라요. И, но самое что удивительное и шокирующее, что сами верующие тоже не знают этой тайны. 내가 하나님이 함께한다는 걸 어떻게 알지? 이런 얘기를 할 때가 있어요. И верующие часто задают такие вопросы: как я могу узнать, что Бог вместе со мной? 하나님이 함께하는 걸 무슨 바람으로, 느낌으로 알게 하는 게 아니고요.
예수가 그리스도를 믿을 때 하나님이 나와 함께하는 겁니다. И на самом деле понять, что Бог со мной, это не так, что как дуновение ветра почувствовать, а это просто верить, что Иисус есть Христос и Он во мне. 이것을 로마서 16장에서 25절에 뭐냐면 영세 전에 감추었던 거라고 얘기하는 거예요. И так написано в Римлянам 16:25, что оно было сокрыто на протяжении веков. 왜 이런 것들을 이렇게 비밀로 했을까요? Почему это так было сокрыто в тайне? 정말 하나님의 은혜를 입은 자가 아니면 알 수 없도록 한 겁니다. Почему? Потому что Бог сделал так, чтобы только тот человек, который действительно поверит Богу, мог получить эту тайну. 세상에 사기꾼과 장사꾼들이 악용하지 못하도록 그렇게 한 거예요. Для того, чтобы в этом мире не употребляли, не злоупотребляли мошенники, продавцы этой тайны. 예수님이 그러잖아요. 나를 가리켜 여기 있다 저기 있다 하는 거 하나도 믿지 말라. Поэтому Иисус перед тем, как уйти на небеса, Он сказал: «Не верьте тем, кто будет говорить, что Я пришел». 이게 하나님인가? 이게 하나님인가? 여기 예수가 있나 저기? 그 다 틀린 말하는 거예요. Он сказал: «Не верьте людям, которые будут говорить: Я Бог, Я пришел спасти, потому что это все обман». 예수가 그리스도로 믿어지는 그 믿음, 그래서 너희 안에 하나님이 있는 것이다 이런 얘기를. Он сказал, что только через меня вы можете встретиться с Богом. 여러분, 예수가 그리스도로 믿어지면 하나님이 나와 함께하는 겁니다. На самом деле, только через Иисуса Христа, если я верю, что Иисус есть Христос, я могу быть уверенным, что Бог со мной. 그럼 이건 무엇을 의미하는 걸까요? И что же это такое? 그래서 여러분이 지금부터 그 믿음을 가지고 기도할 때 하나님의 역사가 나타나는 거예요. И это говорится о том, что сейчас, веря в это, мы молимся и получаем руководство Бога. 그러니까 자꾸 신앙생활을 이런 믿음에 관련된 것으로 신앙생활을 풀어가는 게 아니고 자꾸 뭘 해야 된다고 생각해요. 뭐 열심히 착하게 뭐 바르게 이건 전부 다 이거는 어떤 의미 영적으로 말하면 굉장히 이게 뭡니까 수박의 거달기 같은 겁니다. 그 핵심이 아니에요, 그거. На самом деле, многие верующие, многие религии говорят о том, чтобы встретиться с Богом, нужно делать много хорошего, делать хорошие дела. Но на самом деле это не так, потому что только по благодати мы можем получить эту веру. 그래서 우리가 진짜 고민할 것은 내게 믿음이 있는가를 고민해야 되는 거죠. И поэтому нам с вами нужно по-настоящему задуматься, по-настоящему ли я имею веру. 얼마나 내가 착하게 사냐 바르게다. 그거는 그건 알아서 하나님이 성령이 아자 하신 문제고 그거는 우리 소관이 아닙니다. 사실 어떤 면에서. И не наш уровень это задумываться о том, что насколько я делаю хорошего, чтобы быть хорошим перед глазами Бога. 그래서 이 예수가 그리스도라는 이 비밀에 오직이 돼야 돼요. И поэтому здесь у нас должно получиться только Иисус Христос. 예수가 그리스도라고 하는 것은 사단도 알아요. На самом деле вот эту тайну только Иисуса Христа знает сатана. 거라사 귀신이 그랬잖아요. 예수님이 오니까 하나님의 아들 예수여 왜 나를 괴롭힙니까? 아니 사단도 안 되니까요. И вот в Библии там тоже написано, что Иисус пошел к Богу и сказал, почему твой Бог, почему сын твой меня, значит, постоянно издевается надо мной. 네, 오직 예수 그리스도가 안 된 거죠. И очень часто у людей не получается только Иисус Христос. 많은 사람들이 예수 그리스도를 여러 뭐 우리가 존경하는 사람들 중에 하나로 생각하는 경우가 진짜 많거든요. И очень много людей среди нас, которые не до конца понимают, что Иисус есть Христос. 통일교 무슨 저기 그 가평에 있는 거 사진 보니까 예수상, 석가상, 공자상 뭐 다 해놓고 그 중에 하나요. 그걸 믿는데 이런. И вот многие есть одна религия, которая ставит Иисуса Христа и всех апостолов, и люди могут верить тому, кому захочется. 근데요 이게 그 사람들은 형상을 만들어놔서 그렇지 형상을 안 만들어놓고 우리 마음 속에 여러 내가 존경하고 믿는 것 중에 하나로 생각하는 사람이 이런 많습니다. И на самом деле вот это вот поставленные идолы и им люди молятся, но у нас с вами должно быть только одно. 그래서 마태복음 17장에서 모세도 엘리야도 다 사라지고 오직 예수만 남더라 이렇게 나와. И поэтому Матфею так написано, что все уйдут и Илия, и Исаия, и останется только Христос. 신앙생활하다가 율법 때문에 흔들린다, 행위 때문에 흔들린다. 그럼 오직이 안 된 거예요. И на самом деле вот люди, которые постоянно колеблются из-за закона или из-за каких-то философий, это говорится о том, что у них нет веры. 신앙생활하다 누구 사람 때문에 실망하고 낙심해서 믿음 생활을 그만둘까 한다. 그거는요 오직이 안 됐다는 특징이에요. И на самом деле особенность людей, которые постоянно колеблются, постоянно куда-то, значит, впадают в какие-то другие учения, говорится о том, что у них не получается только Христос.
성경 보면 한나라는 사람이 나와요. 이 вот в Библии написано об одном человеке. 이 한나가 사무엘을 이제 제사장한테 맡기는 이야기가 나오는데. Говорится о Самуиле, который должен был стать священником. 그때 당시 엘리 제사장이 굉장히 문제가 많은 제사장이었어요. 아, и вот, значит, Елисей был тем первосвященником, у которого было много проблем. 우리 같았으면 절대 안 맡겼을 거예요. 아유, 저 목회자가 저거 싸가지가 없고 저 영적이지도 않아. 그럼 근데 사무 이 한나는 전혀 생각지 않고 자기 자녀를 맡깁니다. И вот Елисей, значит, был таким первосвященником, которым бы, наверное, мы в наше время бы его осуждали, потому что у него было много неправильных дел. 왜냐? 인격은 그 사람이 수준이지만 그 사람이 말씀하는 거는 하나님의 말씀이거든요. Но вот, значит, Самуила мама, она оставила вот это своего сына этому священнику. Почему? Потому что она знала, что он, что этот Елисей говорит только Божьи слова. 그러니까 엘리세 세상이 부처를 얘기하지 않잖아요. 하나님을 얘기할 거 아닙니까? 그러니까 그거는 맞는 거예요. 그러니까 너는 가서 엘리사기 그 발만 믿어라 이거야. 그러면 돼. 그 인격이 뭐 너 신경 쓰지 마. 그게 오직이 된 사람이 하는 자세. И вот на самом деле, когда, значит, мама послала Самуила к этому первосвященнику Елисею, она сказала так: иди, не смотри на его имидж, потому что она знала точно, что Елисей знает, что Иисус и Христос. 여러분이 여기 제 인격 보고 왔으면 진짜 실망 많이 할 겁니다. 제 인격은 보지 말고 이 강단의 선포되는 말씀만 보면 돼요. На самом деле, сейчас у нас в церкви не нужно смотреть на имидж пастора, на какие-то привлекательность пастора, но только о том, знает ли эта церковь тайну Иисуса Христа. 우리가 사실 오직 예수 하지만 실제 삶에 적용할 때는 오직 예수가 잘 안 돼요. На самом деле, у многих верующих не получается, есть вера, но не получается только Христос. 그러니까 자꾸 말로는 난 오직 예수 한다고 그러는데 실제로 내가 갈등하고 시험 드는 거는 예수 복음이 흔들려서 되는 게 아니고 다른 거 보고 자꾸 흔들려서 문제거든요. 오직 예수 안 됐다는 증거예요. На самом деле многие люди, которые говорят, я верю в Иисуса Христа, но не понимают этой тайны только Иисуса Христа и постоянно колеблются от любого дуновения какого-то ветра. 베드로가 이렇게 얘기잖아요. И Петр так сказал. 다른 이로서는 구원 얻을 수 없나니 천하 인간에게 구원 얻을 만한 다른 이름은 우리에게 주신 적이 없습니다. Он сказал, что в Деяниях 4:12, что нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежалось бы спастись. 그러니까 세상에 아무리 훌륭한 사람, 뛰어난 사람, 놀라운 사람, 정말 대단한 사람 있다 하더라도 다 구원을 말할 때는 다 불필요한 거다 이런 얘기예요. И мы когда я говорю людям, у которых есть положение, у которых есть деньги, о том, что им нужен и необходим Христос, они принимают это как ересь. 네, 이게 비밀이라는 겁니다. Поэтому и это называется тайна. 이게 비밀인 거예요. 이거를 영적으로만 이게 분별이 되는 거지 육신적으로는 야 그럴 수 그래서 그래도 그렇지 이렇게 나오는 거거든요. И поэтому это тайна, которая данная нам, это разделение между верующими и неверующими. 그러니까 잘못하면요 목사님 말이 그렇지 그래도 그렇지 이렇게 나오는 거거든요. 이거는 인간의 상식적인 생각을 하니까 그런 거죠. И на самом деле люди, которые сомневаются в этом, это есть уровень их плотских мыслей. 그래서 복음을 오직 한다는 것은 비밀이다라는 거예요. И поэтому вот эта вот тайна, что только Иисус Христос есть сокрытая тайна. 그래서 오늘 본문에 이것이 이제 그 감췄던 이 복음이 지금 우리에게 이렇게 나타났다 이렇게 얘기하는 거예요. И поэтому в сегодняшнем основном слове написано о том, что вот эта тайна она для нас открылась. 자, 세 번째는 뭐냐면 이게 고린도서 2장 10절로 16절에는 말씀인데요. 하나님으로부터 온 이 성령의 역사가 바로 이런 것을 가능케 했다라는 거예요. И вот третий пункт говорится в 1 Коринфянам 2:10-16, что Святой Дух от Бога. 여러분 우리가 하나님의 말씀을 이렇게 듣고 할 때 이게 아, 그렇구나. 저거 저래 맞아. 이렇게 되는 거는 우리가 지혜가 많이 지식이 많아서 그게 믿어지는 게 아니에요. И на самом деле, когда мы слушаем слово и принимаем это слово, это не нашей мудростью, а то, что Бог открыл. 성령이 모든 것을 통달하게 해 주시기 때문에 그렇습니다. Говорится, что Святой Дух понимает все, даже глубины Божьи. 제가 이제 우리 뭐 우리 현장에도 마찬가지지만 해외 나가면 복음을 이렇게 전하잖아요. 그러면 중간에 질문이 굉장히 많아요. Вот вы знаете, если выехать за границу и там вести проповедование, вот у многих иностранных людей очень много вопросов. 막 그분들이 막 일강 끝나면 막 와서 질문해요. 막 이건 이렇고 저거 막 따지는 거죠. 자기 생각은 안 맞다 이거지. 막 그래요. И вот часто, когда я заканчиваю там, например, служение, ко мне люди подходят и начинают спрашивать, почему? Потому что то, что они думали раньше, не подходит с тем, что они услышали от меня.
그럼 우리 목사님들 전체가 하는 얘기가 있어요. И поэтому вот пастора, которые ездят за границу, у них есть вот одно такое слово. 3박 4일 다 끝나고 나서 그때 얘기하자. Они говорят: "Сейчас всё закончим, закончим всё, значит, обучение, потом поговорим". 그리고 궁금한 거 다 적어 놔라. И говорят: "Поэтому все какие-то интересующие вас вопросы запишите". 그리고 집중 훈련 끝나고 나면 그때 다 우리 질문 받고 다 하겠다. 이렇게. Говорят: "И вот тогда, когда мы всё закончим, тогда мы будем принимать ваши вопросы и будем обсуждать их". 3일 다 끝나고 나면 아무도 질문을 안 하는 거예요. И вот когда 3 дня, например, проходит этого служения, вот люди после этого никакие вопросы уже не задают. 전에는 어떤 그 청년이 막 빼곡하게 적어 가지고 그거 질문하라 했더니 아, 아닙니다. 다 답이 났습니다. 딱 그러더라고요. И вот был там один тоже человек такой, он вот всё записывал свои вопросы, но потом после третьего дня он сказал, что у него все вопросы пропали. 어떻게 그게 이해되냐 했더니 아, 말씀을 들으니까 그게 그렇겠구나. 다 믿어지더라는 거예요. 이게 성령께서 하는 겁니다. Поэтому как это случается? Это только то, что Святой Дух, он понимает даже глубины Божьи, и Святым Духом открываются эти тайны. 저 오늘 본문에 뭐라 이렇게 나오잖아요. 성령은 우리의 깊은 거 10절에 보니까 하나님의 깊은 것까지 성령은 통달하게 한다. И вот посмотрим 1 Коринфянам 2 глава 10 стих. Там говорится: "А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух всё проницает и глубины Божьи". 그래서 사도 바울이 전도를 하러 가려고 할 때 계속 같은 게 뭐냐면 성령 인도 받으려고 기도 많이 한 거예요. И поэтому апостол Павел, он всегда молился о руководстве Духа Святого, чтобы именно это помогло ему проповедовать. 사도 바울이 전도한 것 중에서 유일하게 실패한 데가 한 번 있어요. И вот есть, значит, у апостола немного ошибка в проповедовании. 그게 이제 아테네 가서 전도할 때였어요. Вот там вот это когда он пошёл в Атен проповедовать. 일단 먼저 자기가 생각한 거야. 아테네 사람들은 굉장히 똑똑한 사람이고 공부를 많이 한 사람이야. 그럼 내가 가서 이제 좀 철학적으로 설명을 해야지. 그래 가지고 바울이 거기 가서는 학식으로 설명한 거 쩍쩍했죠. 무슨 쩍 하면서 얘기를 했겠죠. И вот от того, что он пошёл в этот город, а в этом городе жили очень умные люди, учёные. Он подумал, что если он будет говорить, значит, чёткое слово, всё основанное на каких-то писаниях, то люди больше примут его. 근데 사람들이 아무도 안 믿은 거예요. Но на самом деле произошло совсем по-другому. 그래서 사도 바울이 나중에 이런 얘기, 내가 다시는 세상의 지식을 자랑하지 아니하리라. И тогда Павел он исповедовал такое, что нет никакого знания на земле, которое может открыть тайну. 내가 절대로 세상 지식으로 말하지 아니하리라. И он начал исповедовать, что я не своими знаниями буду проповедовать. 막 설득을 하고 뭐 간증을 하고 뭐 애화를 들어 그래 사람들이 믿는 게 아니라는 걸 알았어요. Он понял, что теперь он не сможет никак проповедовать через свои знания людям. 오직 나는 복음만 증거하리라. И он исповедовал, что только через исполнение Святым Духом проповедовать. 그러면 성령께서 그 깨달음을 주는 거예요. И это ему открылось именно исполнением Святым Духом. 그래서 바울은 그때부터 성령 인도 받고 성령 충만 받으려고 금식하며 기도까지 했던 겁니다. И вот после того Павел он, значит, стал в посте молиться за исполнение Святым Духом. 그래서 오늘 12절에 뭐라고 얘기합니까? И если мы посмотрим сегодняшнее писание в 11 стихе. 우리가 세상의 영을 받은 게 아니에요. 우리는 오직 하나님부터 온 영을 받은 사람들이다. Написано: "Ибо кто из человека знает, что в человеке, кроме духа человеческого живущего в нём, так и Божьего никто не знает, кроме духа Божьего". 그래서 11절에 말하기를요. 하나님의 일은 사람의 일로 설명할 수 있는 게 아니에요. 그건 하나님이 영으로만 깨닫게 하는 것이다. Говорится, что Бог открыл это не духом человеческим, а духом своим. 그래서 우리가 그 영적인 데 관심을 갖는 거가 최고의 축복이요 지혜인 줄 믿습니다. И поэтому я верю, что то, что мы верим и принимаем слово, это и есть мудрость Духа Божьего. 우리가 이제 그 렘넌트들한테 그러잖아요. 기도하면서 공부하고 기도하면서 일하라 이 말을 이걸 잘 이해를 못할 때가 있어요. И вот я часто говорю ремнантам, значит, учитесь через молитву. 예, 영적인 비밀을 알고 움직이는 거하고 모르고 하는 거는 천지 차이인 겁니다. Но многие ремнанты не понимают этого, но на самом деле это есть та движущая сила тайны Духа Святого. 그래서 예, 영적인 예배에 관심이 있다. 그 사람이 이미 축복받은 사람이에요.
И человек, который действительно знает эту тайну и побеждает богослужение, это и самый успешный человек. 막 예배가 기다려지고 예배 시간이 행복하고 말씀이 막 사모하고 하나님의 은혜를 입은 자입니다. И на самом деле самый, значит, благословенный человек тот, кто с радостью ждет богослужения, кто с радостью принимает слово и потом молится. 예배 시간이 막 가시방석 같고 막 예배 말씀만 들어도 막 몸이 비비 꼬아지고 막 예배 말씀만 들어도 막 잠이 막 쏟아져. 기도 많이 해야 됩니다. И вот, а и наоборот, люди, которые засыпают, играют в какие-то телефоны, отвлекаются, вот и таким людям нужно молиться много. 이제 하나님의 말씀이 성령이 나죠. 꿀송이처럼 달다 그러잖아요. Вот в Библии даже говорится, что слово Божие это как мед сладкий. 아니, 물론 이제 너무 피곤하면 밥 먹으면서 조는 건 봤지만, 그냥 웬만하면 졸던 사람도 밥 먹으면 잠이 깨잖아요. И вот, конечно, когда ты голодный, ты кушаешь, вот это вот есть наслаждение едой, но это не все. 그런 게 특별한 경우죠. 우리 집사람이 때 우리 아이들 임신했을 때 보니까 밥 먹다 말고 졸더라고. 먹으면서 졸더라고. 근데 그때 같이 깜짝 놀랐어요. 밥 먹으면서 졸 수도 있는 거구나. 근데 그런 경우 특별한 경우고 그 외에는 졸던 사람이 밥 먹으면 깨죠. 말씀 들으면 깨야지. И вот моя жена, когда была беременна, она, значит, когда кушала, засыпала. Я подумала, как удивительно, что, оказывается, можно есть и засыпать. Но на самом деле для нас слово должно быть тем, что нас, значит, будоражит, что нас заставляет просыпаться. 그러니까 밥 먹기 전에는 팔팔한 사람이 밥 먹으려고 하니까 준다. 그럼 뭔가 문제가 있는 거잖아요. И вот, например, человек, которому говоришь, все, давай кушать, пойдем кушать, этот человек, например, кушая, засыпает, у этого человека есть проблемы. 그러니까 영적인 사람의 특징이 있어요. 영적인 메시지 들을 때 굉장히 몸이 살아나요. И у духовных людей есть одна такая особенность. Они, значит, бодрствуют духом. 육적인 사람이 있어요. 육적인 말 들으면 확 살아나요. И у плотских людей, значит, есть особенность того, что только плотские вещи заставляют их проснуться. 여기서 막 웃기긴 얘기하고, 막 연예인 얘기하고, 드라마 얘기하면은 잠은 잠도 확 깨는 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 저런 얘기 왜 하지 하는 사람도 있을 거란 말이에요. И вот, например, как это говорится о том, что, например, есть люди, которые в церкви говорят там о каких-то айдолах, о каких-то актерах, фильмах, и они, значит, будоражатся, просыпаются, очень весело, значит, озвучивают это. А есть люди, которые говорят, зачем это говорить? 내가 이걸 왜 얘기하느냐? 이걸 통해서 성령의 그 예민한 축복을 내가 누릴 수 있다라는 겁니다. Почему я об этом говорю? Потому что человек, который действительно наслаждается Словом Божьим, тот исполнен Духом Святым. 그래서 여러분이 말씀, 기도, 찬송이 여러분에게 행복한 시간이 되기를 주여 축원합니다. Поэтому я благословляю вас, чтобы вот это время богослужения стало для вас самым благословенным временем. 그 요한계시록 1장 3절에 이런 말씀 있잖아요. И в Иоанна написано. 예언의 말씀을 읽는 자, 듣는 자, 그 가운데 기록된 것을 지키는 자는 복이 있다. Что есть то слово, есть слово, которое принимают, которое сторожат. 자, 옛날에 전도사 시절에요. 성경 읽는 게 그렇게 재미가 없더라고. 전도사 시절에요. 그건 왜냐하면 영적이지 않아서 그런 거예요, 내가. И многие люди, например, они не понимают эти слова, и это говорится о том, что у них нету духовной тайны, познания. 어떤 사람 그러더라고. 성경책은 최고의 수면제라고. 그 영적이지 않아서 그런 겁니다. И вот, например, люди, которые принимают Библию по своим плотским глазам, не по духовным, они не понимают важного. 영적인 사람은요, 하나님의 말씀을 읽거나 듣거나 할 때는 확 힘이 나고 깨달아집니다. А люди духовные, когда они читают Слово Божье, они преисполняются Духом Святым и силою. 자, 이 사람은 어떤 축복이 있느냐? 아무에게도 판단을 받지 않는다라는. И говорится о том, что тот человек, который именно действительно знает эту тайну, не осуждается. 자, 이 15절에 보니까 신령한 자는 모든 것을 판단하나 자기는 아무에게도 판단을 받지 아니하느니라. И в 15 стихе написано: но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. 자, 이 말씀에 여러분이 영적으로 잘 이해해야 됩니다. И поэтому мы с вами должны очень хорошо понимать духовное. 그러니까 이제 내가 영적인 사람이니까 내 마음대로 산다 이 말이 아니에요. Но на самом деле, вот все, я духовный человек, я могу жить как хочу, это не об этом. 로마서 8장 33절로 34절 이런 말씀 있어요. И в Римлянам 8:33-34 говорится. 누가 능히 하나님께 택하신 자들을 고발하리요? Говорится, кто может обвинять тех, кого избрал Бог? 의롭다 하시니는 하나님이신데 누가 그를 정죄하리요? И говорится, значит, кто осуждает? Христос умер и воскрес. 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나시는 그리스도 예수시니 그는 하나님의 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하는 자시니라.
написано, что умер и воскрес, и он одесную Бога, и он ходатайствует за нас. 하나님이 나를 의롭다 하시고 하나님이 나를 정죄하 나를 의롭다 하시고 나를 모든 것을 보호하고 지키시기 때문에 나는 누군가로부터 넌 죄인이야 이런 판단을 받지 않는다 이런 말입니다. Это говорится о том, что кто может же обвинять тех, кого избрал Бог, потому что Бог он сам за нас. 이걸 다시 한번 말하면요. 사죄의 확신에 대한 얘기예요. Это то, что даёт нам уверенность. 여러분 구원받은 하나님 자녀가 사죄의 확신이 없는 경우가 있어요? Это то уверенность дитя Божьего о том, что прощение грехов всех. 구원 영접하고 나서 하나님 자녀가 됐다고 해놓고도 자 당신은 죄인입니까 아닙니까? 그러면 전 아직도 죄인이 있어요. 이렇게 얘기하는 사람이 있거든요. И вот многие, когда я говорю про значит, сказать молитву принятия Иисуса, когда говоришь, я грешник, и потом спрашиваешь, как ты думаешь, они говорят, ну, наверное, еще остался во мне грех. 겸손한 건 좋은데. 사실은 하나님의 그 구속의 은혜의 크기를 이해를 못한 거죠. 이 почему? Потому что многие не понимают вот эту огромную и великую тайну о том, что Иисус Христос он умер за нас. 하나님이 우리를 의롭다 하셨다는 것의 그 깊이와 넓이를 이해 못한 거거든요. И эти люди они не понимают, что значит Бог он за нас. 그래서 정말 구원받은 하나님 자녀는 자기 자신에 대해서 나는 하나님의 자녀가 됐고 의인이라는 확신이 있어야 됩니다. И поэтому по-настоящему у чада Божьего должна быть уверенность в том, что значит Бог он за нас. 그럼 나의 뭐 실수할 수 있어요. 그럼 하나님의 은혜는 그것까지도 용서가 되는 겁니다. И даже если чада Божье делает ошибки, то Бог оправдывает. 그 나도 나를 함부로 판단하거나 정죄하지 말아라. Поэтому, как говорится в Библии, что никто не сможет обвинять избранных Божьих. 다른 사람의 실수도 함부로 정죄하고 판단하지 말아라. И говорится о том, что никто не сможет осуждать, даже если делается что-то неправильно. 왜냐하면 하나님은 그를 위하여 그의 독생자 예수가 십자가에 죽기까지 그를 사랑했기 때문에 우리는 함부로 판단하는 게 아니다라는 거예요. Почему? Потому что Бог оправдывает. Почему? Потому что Христос он умер и воскрес и он ходатайствует за нас. 나도 나를 함부로 판단하면 안 됩니다. И даже я сам себя не могу осуждать. 우리가 실수할 수 있고 잘못할 수 있지만 하나님의 은혜로 우리는 구원받은 자요 의롭게 된 자기 때문에. Почему? Потому что даже я не могу осуждать себя, потому что Бог он уже простил меня. 그래서 갈라디아 2장 20절에 이렇게 얘기해요 바울은요. И в Галатам 2:20 говорится. 나는 십자가에 이미 죽었다. Что я уже умер на кресте. 그러니까 이전에 나는 없는 거야. Что я уже не живу во плоти. 자, 그럼 구원받은 하나님의 자녀 다른 사람도 마찬가지죠? И получается, что я уже тоже как с Богом вместе. 그 사람도 옛날에 그 사람은 죽은 거예요. И получается, что мой тот человек уже умер. 그러니까 우리가 함부로 그걸 죽었다는 걸 확신 안 하고 자꾸 이렇게 내 눈에 보이는 거 가지고 판단하면 안 된다는 거예요. И, но от того, что мы не до конца понимаем, что тот нынешний мой человек, он уже умер, мы начинаем осуждать себя. 그래서 바울은 고린도서 15장 10절에서 이렇게 얘기합니다. Поэтому Павел сказал в Коринфянам, в 1 Коринфянам 15:10. 내가 나된 것은 다 하나님의 은혜로다. Что я есть то, что я есть по благодати Божией. 뭐 죄인의 귀수였던 내가 하나님의 은혜로 이렇게 살아나고 있다. Что я тот грешник, который получил, значит, прощение по благодати Божией. 자, 말씀을 맺습니다. Давайте подведём итоги. 그래서 이 하나님의 이 언약의 말씀, 이 비밀의 말씀을 언약으로 굳게 붙잡고 24 누림이 있기를 주의 이름 축원합니다. И на самом деле нам нужно держаться крепко Божьего завета и молиться 24-часовой молитвой. 여러분 십자가의 구속의 은혜를 24 묵상해 보시기 바랍니다. И также я желаю, чтобы каждый из вас мог медитировать о благодати креста. 내가 죄인 되었을 때 나를 위해 죽기까지 사랑하신 그 은혜가 믿어져야 돼요. Я желаю, чтобы вы верили, что я тот грешник, которого искупил Бог, и теперь я по благодати могу молиться. 그래서 사도 바울은 우리 고린도서 2장 2절에서 이렇게 얘기하잖아요. И поэтому в 1 Коринфянам 2:2. 십자가에 못 박히신 예수 그리스도 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정했다. 이렇게 나와요. Он исповедовал так, что я решил не знать ничего другого, кроме Христа Иисуса. 이 말이 무슨 말이에요? Что это за такое слово? 예, 십자가의 은혜를 가지고 모든 것을 나는 생각하고 바라보겠다 이 말이잖아요. Это говорится о том, что все, что я имею, все свои мысли я буду смотреть и судить только через призму Христа. 이게 여러분의 흔들리지 않는 복음의 망대인 줄로 믿습니다. Я верю, что это, чтобы у вас было такое сердце, которое ни перед чем не поколеблется. 두 번째는 십자가의 역사만 난 증거하겠다.
И второе, это говорится, давайте свидетельствовать только о движении креста 24 часа. 여러분, 다른 거를 말할 필요가 없어요. 하나님의 은혜만 말해야 됩니다. нам нет необходимости говорить что-то другое, кроме благодати Христа. 우리가 자칫 잘못하면 자기 자랑하기 쉬운데 그러면 안 되거든요. 오직 십자가의 은혜만 말해야 돼요. нам нужно говорить только о благодати Христа. 그래서 갈라디아 6장 14절에서 사도 바울이 이렇게 얘기합니다. Галатам 6:14 говорится. 오직 주 예수 그리스도의 십자가 외에는 난 결코 자랑하지 않겠다. Говорится, я не буду хвалиться ничем, кроме креста Господа. 십자가만 알기로 했고 십자가만 난 전하겠다. 이런 얘기. Говорится о том, что я не желаю хвалиться разве только крестом Иисуса Христа. 그러니까 다른 걸 전하면 안 돼요. То есть говорится о том, что не нужно говорить о другом. 오직 그리스도의 은혜만 전해야 돼요. Нужно говорить и передавать только благодать Иисуса Христа. 이 비밀을 말하는 교회를 세우는 데 있어서 사도 바울은 나는 내 삶을 이 고난을 내가 주를 위해 드리겠다 이렇게 나옵니다. И тогда Павел, приняв эту тайну и поняв ее, он сказал, что ничего не боится даже перед лицом смерти. 그러니까 그리스도의 십자가의 그 은혜를 알기 때문에 내가 그 교회를 위해 난 헌신할 수 있다라는 거예요. Говорится о том, что познав вот эту благодать креста, он мог ставить все, значит, вот эти вот деяния церкви. 그래서 골로새서 1장 24절 이렇게 얘기하잖아요. В Колоссянам говорится. 나는 이제 너희를 위하여 받은 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라. Говорится о том, что и теперь церковь стала плотью Христа, и каждая церковь это как часть тела Иисуса Христа. 내가 정말 이 복음을 알고 나니까 교회가 얼마나 소중한지를 알게 됐다라는 거예요. И говорится о том, что действительно, когда я познал вот эту вот тайну, познал Евангелие, насколько церковь стала важностью. 그래서 교회를 위한 헌신 수고 이거는 영광이다라는 거예요. На самом деле, что церковь это и есть вот это вот, значит, до конца дней. 그래서 성도는요, 이 교회를 위한 헌신이 가장 자랑스럽고 영광스러워야 됩니다. Что это будет слава Христа распространяться через церковь? 왜냐, 이 교회는 그리스도의 십자가를 증거하는 현장이기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что такая церковь, которая распространяет благодати Христа, это и есть та, что останется. 우리가 색들 있는 교회를 세우고 이거를 통하여 복음 전하기를 원하고 있어요. И на самом деле я хочу, чтобы мы с вами построили церковь трех систем. 전하는 이유는 딱 하나입니다. 십자가의 그 은혜의 평화가 전 세계가 확산되기를 원하는 거예요. И целью этой церкви, чтобы было, чтобы мы могли проповедовать благодать, которую получили через крест. 십자가는 원수된 것을 무너뜨린다 이렇게 말했어요. Чтобы через крест мы могли поколебать все силы тьмы. 지금 2, 3, 7, 5천 종족에게 필요한 것은 다른 게 아닙니다. 십자가의 복음이 필요합니다. Чтобы мы могли обеспечить настоящий мир 237 странам, 5000 племен через благодать креста. 이 복음을 전하기 위해서 우리는 지금도 기도하는 겁니다. И поэтому сегодня мы с вами молимся, чтобы понять и передать эту благодать креста. 오늘 이 시간 성도가 반드시 해야 할 이 복음의 비밀을 알고 누리는 여러분 되길 주의 이름으로 축원합니다. Я желаю, чтобы вы получили вот это благословение, которым вы можете наслаждаться и получать через крест. 하나님 감사합니다. Господь, спасибо. 오직 복음의 비밀을 알게 하심을 감사합니다. Спасибо, что мы могли познать, что только Иисус Христос. 이 복음의 비밀을 증거하여 2, 3, 7, 5천 종족 살리는 증인으로 살아가게 하옵소서. И что через эту тайну теперь я могу проповедовать 237 странам и 5000 племен. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.